патрульной полиции и ВМП. Если человек будет нарушать карантинный режим, то все административные меры, которые касаются нарушения административного режима, будут к нему применены. Более того, мы получили уже информацию о том, что есть факты передачи специального билета другим особам. То есть фамилия, имя, отчество особы, которая выдана билетом, не совпадает с его документами. Эти билеты будут изъяты на постоянной основе. И сейчас будет приниматься решение о наложении непосредственно административного правонарушения на руководителя предприятия и вообще аннулирование всех пропусков, что касается этого предприятия. То есть вы должны понимать, что...